эксцентриссимо. Дед Мороз в нашей стране ценится не ниже начальства какого-нибудь ведомства, типа пенсионного фонда или суда. Просителей, по крайней мере, у него не меньше. Так что резиденцию новую, шикарную ему нужно обеспечить. 350 миллионов рублей в федеральной казне уже почти найдены. Это не ледовый дворец для кировской родины, который может лет 15 еще подождать, пока про него не забудут. Самого модного и востребованного персонажа в тесноте не оставят. Россияне вообще верят в чудеса, иначе было бы очень сложно. Когда евро был дешевле, они еще со своими новогодними просьбами заезжали к финскому коллеге Деда Мороза, Йолу Пуки. Но из-за очередного кризиса финн чуть не стал банкротом. Поток наших прекратился, и он не смог заплатить 200 тысяч евро налогов. Суды начались и аресты имущества. Сказочке бы пришел конец, если бы не инвесторы и новые паломники. Теперь свои желания Йолу Пуки нашептывают толпы китайских туристов. Надеются, что он их понимает. Эксцентриссимо.